В Тракторозаводском районе исчез 67-летний пенсионер. Эдуард Симахин вышел из дома утром в прошлую среду и пропал. Родные пенсионера прочесывали территорию вокруг, а потом обратились за помощью к полицейским. Отличительные особенности. Он лысый и без зубов. Над левой губой, над верхней губой с левой стороны родинка. И на левой руке есть татуировка S.E. Это значит Симахин Эдуард. По словам близких Эдуарда Симахина, раньше он не исчезал. Потерей памяти не страдает. Родные пенсионеры волнуются, что с ним могло что-то случиться. И ждут звонков от тех, кто знает, где он может находиться.